Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию ПМТ, я играю всегда на Сисидик Планет сервер номер 2, и это рубрика «Битва тюнинга». И, друзья, поверьте, сегодня у нас будет максимально пацанская тачка. Мечта любого пацана, кому, наверное, ну, типа, там, вот около 15-16 лет, и он, конечно же, наверняка рассматривает эту машину как одну из своих первых машин, когда ему исполнится 18. И знаете, пацаны, я вам скажу больше, когда мне было столько же лет, у меня, конечно, была уже восьмерочка, у меня было две восьмерки, вообще три восьмерки своей жизни, и вот четырка — это то, о чем я мечтал в свое время, потому что по сути это восьмерка рестайлинг, но все равно это тачка посвежее, тем более в то время это, в принципе, было, да, не было никаких гранд, Калина только, наверное, вот уже Калина была, но четырка либо тринаха — мечта любого пацана. Поэтому, друзья, с пацана по лайку, и сегодня мы посмотрим, что же придумает в плане тюнинга Сири и Алиса, потому что в битве тюнинга у нас сражается... Подожди, стоп, что-то я не понял, куда я пошел-то вообще? Куда я пошел-то? Маркер-то в другой стороне. Друзья, я, конечно, до сих пор хочу вот, ну, как бы сказать, что вот этот внешний вид мне пока что еще тоже самому непривычен, но ничего, отрастет. Спор есть спор, просто там как бы стрим вчера был, и я проспорил, поэтому лишился бородки и усиков, ну ничего, помолодел, так сказать. Как раз вот выгляжу лет на 15 примерно, когда мне было 15 лет, моя мечта реально была четырка. На шестнаре это просто, ну она же охренительная, реально пацанская тачка. Поэтому я очень верю, мы просто возлагаем большие надежды на то, что хотя бы кто-то из них, либо Алиса, либо Серега, сегодня не оплошают и сделают хотя бы одну пацанскую четырку. Итак, значит, я покупаю первую, давайте же спросим, ну первая тачка будет Сереги, соответственно, так, включаю звук, прибавляю на максимум. Ой, ну что, Серега, давай, кому же привет улетать? Значит, опять же, у нас получается, от 1 до 99 это регионы России, от 100 до 133 это Украина, от 130 до 166 это Беларусь, и 166-199 это Казахстан. Сири, выбери число от 1 до 199. Это 96. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны! С Урала огромный вам привет! Мне кажется, это, знаете, один из самых подходящих регионов, потому что у меня как раз-таки Урал, вот Свердловская область, Екатеринбург почему-то ассоциируется с такими машинами, я не знаю почему. Так, пацаны, если вы из Свердловской области, ЕКБ, либо же, ну, что-то там, вот, область какая-то, напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы. Всем огромный привет, кочевники! Так, 96... Бля, я прям, знаете, как-то... Я не был в ЕКБ, но очень хочу, на самом деле, попасть туда, посмотреть, что да как, вообще, как движуха. Я думаю, что мы сделаем ее черного цвета, черная четырка, это просто предел мечтаний. Вот стоковая на штампах, катанная в круг, бля, ну и немножко, конечно, занижение никому никогда не мешало. Так, а доп. Цвет у нас что-нибудь красится? Ничего не красится. Бля, очень пиздато, что добавили эту модельку, вот реально четырки не хватало. Так, значит, у нас получается 96 регион, все, черная четырка. Первое мы покупаем, значит, все, отлично. Какой номер? Можно какой-нибудь блатной? Бля, что там? Мех? Ну, меховые эти, как бы, накладки на седухи, это, конечно, стильно, но, как бы, ладно, 891. Это такая... Вот интересно, есть четырки еще в таком состоянии? Вот реально стоковые, которые вот прям до наших дней дожили вот в таком состоянии. Ну, это просто, наверное, редкость, максимальная редкость, потому что они, к сожалению, гниют, с этим ничего не поделать. И они все, конечно, уже повидавшие, скажем так. Так, вторая, пусть она будет белая. Белый цвет для четырки — это тоже вообще максимальный стиль. А доп. Цвет, значит, у нас ничего. Ну что, спросим у Алисы уже теперь, потому что это будет ее тачка. Так, открываю Алису, где у меня Алиса-то тут? Алиса, ну давай узнаем, кому ты хочешь передать привет. Выбери число от 1 до 199. Число 99. Ну, знаете ли, я не припомню, чтобы вот так вот просто, вот нежданно-негаданно реально выпадала Москва. То есть, ну, типа, наверняка, конечно, привет хотя бы один Москве уходил, но это прям максимально необычно. ЕКБ! Урал против столицы России — Москва. Я буду топить за ЭКБ, честное слово. Я ничего против Москвы не имею. Ну, просто как бы хочется пацанов с Урала поддержать. Так, значит, Алиса у нас из Москвы. Соответственно, Серега у нас из ЕКБ. Все, покупаю, 99-й регион. Ну, симпатичный регион, посмотрим номерок. Но там все занято, все красивое занято. УСХ 619. Короче, максимально простой номерок. Ой, бля, я чувствую, сегодня будет одна из самых лучших серий, реально. Давайте посмотрим на них, пока они стоковые, как-нибудь с фрикама. Так,
пятерочку нажимаю. Слушайте, ну красотки, ну просто красотки. Ну предел мечтаний. Я реально, я без всяких приколов говорю, потому что это реально топовые тачки. И ну, до сих пор, меня, знаете, что радует? Что до сих пор 2021 год. И до сих пор это реально мечта для, ну, почти каждого пацана. Это очень круто, потому что тогда эти машины были новее. Но сейчас прошло время, и четырка в наших сердцах навсегда. Так что едем тюнить. Давайте первая тачка будет все-таки Серегина. Я очень в него верю. Я надеюсь, что он ее не заколхозит и сделает какой-то стиль. Так, друзья, я сейчас предварительно посчитал вновь диски. Диски никакие новые не были добавлены, но я на всякий случай просто уточнил. 61 комплект дисков и, соответственно, 92 рамки теперь. Было раньше 85, поэтому я обновил, чтобы теперь спрашивать верное число. И знаете, количество тюнинга на четырку, я могу сказать, что тут ого-го. Кстати, а есть комплекты? Комплекты есть, девяточка. Не, ну не, девяточка это скучно. Комплекты мы ставить не будем, именно четырка нас интересует. Все, Серега, мы просто все просим. Все пацаны с Урала и не только, просто просим, пожалуйста, сделай стиль. Конечно, стиль, в принципе, сейчас он есть уже, вот такой и хочется оставить, но раз уж тут такое дело, то хотелось бы, чтобы тачка не была изуродована, и еще очень многое зависит от цвета. Все, приступаем. А, кстати, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Так, значит, боковые юбки, соответственно, начинаем с этого. Выбери число от 1 до 3. Это 2. Так, раз, два, GDM... Ну, хрен знает, конечно, я не любитель всего этого. Время уже прошло, всяких накладок. Ну ладно, выхлопная система, получается 6... Девяточка? А девяточка тут... А, ага, спрятанный, все, я понял. Я понял. Кстати, я помню, что когда я был, ну как, так можно сказать, что малой прям совсем, я не понимал, почему выхлоп у четырки слева, а вот эта выемка справа, вот это вот самое, вот которое вот это вот, а там же крю, ну, этот, ушко под крю, ну, чтобы цеплять тачку, и я как бы это, ну, что-то не задумывался об этом, думаю, бля, почему они так, что они так проебались, что ли, на заводе, что дырку не с той стороны сделали, мне казалось, что должна быть такая выемка под выхлоп. Так, ладно, охуительная история в сторонку. 7, значит, ага, все, поехали. Выбери число от 1 до 7. Это 6. Это 6. Блять, мне уже не нравится, потому что нужно что-то делать с задним... А, блять, он с двух сторон? Ой, блять, Серега, Серега. Так, дисков получается у нас 61. Выбери число от 1 до 61. Это 45. Это 45. Это плохо, потому что самые топовые — это штамповка, разварка в самом конце. Значит так, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45. Ну, допустим. Ладно. Неплохо. Пока в целом что-то может из этого реально получиться. Диски как бы здесь, ну как бы, если бы, знаете, какие-то опять же мерседесовские там выпали или еще что-то, это прям пиздец был. Ох, бэтбой есть, блядь! Ебать, как я мечтал эту хуйню. А можно будет, интересно, заднюю крышку еще заварить, где, ну, номерная хуйня, чтобы там... Ебать, тюнинг из конца нулевых. Я так бэтбойском капоте мечтал на восьмерочку на свою, это же просто пиздец. Так, раз, прошпрот, бля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Понял. Выбери число от 1 до 6. Это 1. Бля, красава, Серега, блядь, ты наш пацан в натуре, блядь. Просто Серега красавчик, блядь. Вот реально, диффузор, что там? Мне даже страшно представить. Ой, блядь. А можно без этого? Давайте без этого, потому что там задние бампера есть, и как бы это будет полный пиздец. Не, никаких диффузоров. Мы их пропустим. Этот момент, это реально уродство какое-то. Выбери число от 1 до 2. Ответ 2. Без молдингов это в каком месте? Задние фендеры... Что, блядь? А! Без молдингов задние две... Ну, такое, блядь, если честно. Бля, ну это будет... А! Блядь, ну это какая-то хуйня, конечно. Ну ладно, ну, в принципе, допустим, вдруг повезет, блядь. Вдруг повезет и... Или в нахуй эти молдинги. Не, это будет реально какая-то солянка. Это изуродует машину. Давайте просто мы с этой серии, вот когда спорный момент, как с диффузором, как с этой херней, либо спросим сток, либо пластиковые фендеры. От нуля от одного... Ой, от одного до двух получается. Просто, ну реально, вот это вот, ну это просто, ну, типа такое. Ну тут вот как бы даже дело не в рандоме, а просто это уродство какое-то. Выбери число от 1 до 2. Ответ 1. Спасибо. Сток вот реально лучше. Так, задний бампер. Все, сейчас вот самый важный момент. 1, 2, 3, 4. Выбери число от 1 до 4. Это 3. Бля, я сразу вспоминаю эти поездки на Фучика.
Там ничего не поменялось, кстати, на Фучика до сих пор. Ну, кто живет в Питере, тот понимает, о чем я говорю, потому что я тоже ходил на восьмерочку и на шестерочку, на свою самую первую присматривал там всякие прошпрот, проспорт, вот это вот все. Это, конечно, времечко. Ой, блядь. Ну, Ксенон, сейчас, вот по-любому, если. Вот Серега сейчас выберет шестерку, смотрите. Выбери число от 1 до 6. Ответ 2. Да ну нахуй. А чё так? А чё ты так решил? Желтенький посветить? Ну ладно, хорошо, пока ничего не понятно. Так, передняя дверь. А, это зеркал. О, бля, МГ! Ой, пиздец! Ну давайте, знаете, как сделаем, учитывая, что здесь почему-то, ну, как бы, с одной стороны, получается, мы, короче, такие же с правой стороны поставим. Ну, потому что разные зеркала, это какой-то бред, реально, ну, это прям портит всю ситуацию. Выбери число от 1 до 3. Ответ 3. Возьмем сток, потому что, как бы, так, я сразу... А, ну ладно, потом это сделаем, потому что, ну, когда совсем мало, и, как бы, в принципе, сток, почему бы и нет, здесь можно оставить. Я реально вспотел, потому что я переживаю, пиздец, я хочу, чтобы это было что-то прям вот, ну, как бы... Так, я добавил передняя левая дверь. Так, все, АМГ, отлично. Так, настройка колес это потом. Номерная рамка. Ой, блядь, мне страшно, если честно. Я даже не знаю, какие там новые, 92 рамки. Выбери число от 1 до 92. Это будет 60. Блять, он специально посередине взял. 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60. Хм, ну ладно, как бы, а чё? Пацанчик любит играть на CCD Planet. Ничего такого в этом нет. Нормальные рамки, еще и светящиеся. Пойдет. Обвесы левый передний. Так, это музончик, что, блядь? В натуре, блядь? Подожди, стоп. Я правильно понимаю, что... Левый передний... То есть там музыка в дверях будет. Бля, ну это на самом деле... Нам интересен внешний тюнинг, поэтому мы это можем пропустить. Передние фары, бля... От 1 до 4. Выбери число от 1 до 4. Ответ 1. Прошпрот. Ой, бля. Бля, просто... Ну, опять же, это уже история вот реально конца нулевых. Потому что сейчас-то понятно, что это прям колхозно все смотрится. Это все дело как бы никто не ставит. Но тогда... Блядь, если такая четырка на... с двойным выхлопом, блядь, с бампером задним, с бэтбоем, с... Ой, блядь, все, мне плохо, короче. Передние фендеры. Пластиковые фендеры. Блять, ну, может, не будем вообще фендеры эти, и там пропустим. Там он как бы выбрал сток. Вот, ну, реально, это такой бред будет. Ну, типа, я не хочу, серьезно. Я хочу, вот, чтобы получилось... Вот даю шанс Сереге и Алисе, чтобы они сделали что-то хорошо. Так, от 1 до 4. Выбери число от 1 до 4. Это 1. Ну, блять, это просто пушка, блять, реально. Я отвечаю, если бы такая четырка вот в каком-нибудь 2008-2007 вот встретить на дорогах, это просто пиздец, все. Это полный разъеб. Так, здесь АМГ, потому что с той стороны АМГ. А, профиль шин, ну хорошо, спросим. Выбери число от 1 до 4. Это 3. Ну, похуй, на самом деле, на четырке это не важно. Прочее, цельное реш... Так, подожди. Ага, 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 ну... Выбери число от 1 до 3. Это 2. Это 2. Цельная решетка. Блять, по-моему, стелек. По-моему, стелек. Салон. Сабвуфер. Он вообще виден? Ладно, просто давайте проверим Серегу, насколько он вот реально трушный пацанчик. Выбери число от 1 до 2. Это 2. Бля, ну наш человек, я же сказал сразу. Бля. Конечно, сабик, блять, надо ставить. СГУ пофиг. Ой, блять. Так, стандартный мы не берем, даже если так... Раз, два, три, четыре. Возьмем со стоковым. Выбери число от 1 до 4. Ответ 2. Ой, блядь, от 1 до 5. Блядь, я что-то неправильно посчитал. Я же сток сказал, тоже берем. Выбери число от 1 до 5. Это 5. Ну это нихуя не 5 на самом деле. Вот если по оценочке, это, блядь, не 5. Ну ладно, Серега, хорошо. Тормозные диски. Вообще похуй, поставим там Bosch. Фонари. Ой, бля. Конечно, мы стоковые не будем брать. Выбери число от 1 до 4. Это будет 1. Сток с белым поворотнем. Бля, пушка какая, сучка! Просто получил шильдики. Так, клин лук, решетка. Так, от 1 до 3. Выбери число от 1 до 3. Это 3. Бля, я говорю свой! Я говорю свой! Просто реально свой! Бля, пиздец, реально
тачка получилась так, ну, по Pirelli P-Zero поставлю, который никогда никто не ставил на четырке, но это не важно. Так, колеса, мне кажется, что норм. Да, почти на лям тюнинга, ебать, Серега, ты чё, блядь, в четырку лям? Ну что, пацаны, собственно, как-то так. Я могу сказать, что это заявочка. Все будет зависеть от цвета. Конечно, спойлер, вот, ну, реально лишний. Прям такого, ну, такое редко кто ставил. То есть, вот, в целом, тачка выглядит как реально четырка из 2008 условно года. Ну, просто реально. Вот, ну, в целом, ну, согласитесь, вид есть. Ну, конечно, это уже такая именно пацанская тачка вот именно того времени. Не то, что сейчас. Сейчас так никто не делает, понятное дело. Так, ладно, цвет это пиздец как важно. Просто пиздец как важно. Поэтому, Серега, давай выберем сначала какой окрас. Учитывая, что здесь лям в тачке, я не удивлюсь, если сейчас он выберет перламутр. Выбери число от 1 до 4. Это будет 3. Я сказал, блядь, что он, блядь, богатый, нахуй, перламутровый. Ебача пушечка получится, я ебу. Так, все. Поехали, бля, пожалуйста, с цветом. Это реально очень дорогая, блядь. Это точно... У Алисы, мне кажется, точно будет дешевле. Ну, поехали. Выбери число от 0 до 255. Ответ 243. Выбери число от 0 до 255. Это 224. Ебать, кислотная хуйня. Это просто Lada Racing Club. Кто помнит такую игру? Выбери число от 0 до 255. Это будет 124. Ну вот сейчас непонятно уже стало. Так, а теперь вот этот момент тоже очень важный, потому что, опять же, мы ставим все по нулям. Бля, вот ебать цвет-то классный, кстати, вот этот вот. Не знаю почему, но мне нравится. Бля, вот, ну, конечно, он по нулям не назовет, сейчас я надеюсь, что он не испортит все. Выбери число от 0 до 255. Ответ 97. Подожди. Выбери число от 0 до 255. Это 96. Хуя, блядь, 97, 96, он шо там это? Выбери число от 0 до 255. Это 64. Ну, в принципе, этот цвет и остался. Слушайте, ребят, ну, я вам могу сказать, что цвет-то прикольный. Он, по крайней мере, может быть не самый идеальный конкретно для такой четырки, но, бля, в нем что-то есть. Так, и теперь диски. Ой, как я не люблю этот момент, потому что, по-моему, еще ни разу не было такого, что... у тачки реально... Блядь, по нулям все, по нулям, по нулям. Все по нулям, все по нулям, все отлично. Фух, Серега, бля, вот реально, вот в принципе мы тебя прощаем за спойлер, который, ну, немножечко хотелось бы от него избавиться. Вот просто сделай вот красиво сейчас. Выбери число от 0 до 255. Это 88. Выбери число от 0 до 255. Это 187. Блядь. Выбери число от 0 до 255. Ответ 241. Ребят, я, конечно, ничего не хочу говорить. Может, у меня реально специфические вкусы, но... Это реально пушка, блядь. Это, конечно, не... это уже немножко даже не то, что пацанская тачка. Это гоночная четырка вот того времени. Потому что если бы я такую четырку в реальной жизни встретил на каком-нибудь ралли-спринте, я бы потек, блядь, изо всех щелей. Реально. Ну, это реально вот, ну, как бы, это... Так, тонировка. Ладно, почему бы и нет. Значит, у нас получается один тонируем, два не тонируем. Выбери число от 1 до 2. Это 1. Тонируем. Ну, ладно. В принципе, в то время, опять же, мне кажется, даже гоночная четырка могла быть затонирована. И, опять же, я прям не буду в хлам, а вот так вот. Блять, я ничего не хочу говорить. Значит, у нас точно, я думаю, что по стоимости тюнинга здесь пиздец. Реально. Бля, вот ее если чуть-чуть еще занизить. Так, все, мы оставляем ее здесь. Сейчас надо ее закрыть и приступаем к Алисиной тачке. Очень будет интересно сравнить. Я пиздец в каком предвкушении, потому что это реально охерительная битва. Просто, вот сейчас посмотрим. Может быть, у Алисы все еще будет, я не знаю, круче в этом плане, потому что тут, тут уж не угадаешь точно. Итак, ну что, Алиса, мы готовы тебя слушать. Поехали. Значит, мы опять же то, что пропустили у Сереги, соответственно, пропустим и у Алисы. Что-то слишком ярко. Все, отлично, поехали. Выбери число от 1 до 3. Число 2. Угу. Ну, допустим, ладно, хорошо. Так, выхлопная система. Ой, прошу прощения, до 7. Выбери число от 1 до 7. Выпало число 6. Алиса, ты подслушивала? Не, подожди, стой, в смысле, я, подожди, все, тихо. Тихо, стоям бы. Она то же самое выбирает, это нормально? Тоже двойной выхлоп. Ладно.
хорошо, диски. Вот сейчас пиздец важный момент, просто. Так, значит, получается 61 диск. Выбери число от 1 до 61. Выпало число 34. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре. Блять, это и... это вот теперь пошла хуйня уже из вот прям середины нулевых годов, когда... такие арбузы ставились на восьмерочки. Ну реально, вот эти ОПЦ-шные диски смотрятся на четверки, как арбузы, вот те старые добрые. Я боюсь представить, что тут сейчас Алиса задумала. Я боюсь вообще реально представлять что-либо. Ладно, хорошо. Не так плохо, допустим. Выбери число от 1 до 6. 3. Ебать, блядь, вот это нахуй зверь получается. Так, подожди, ладно, хорошо. 3 так 3, допустим. Диффузор пропускаем, задние фендеры пропускаем. Задний бампер от 1 до 4. Выбери число от 1 до 4. Число 3. То есть, получается, жопы у нас одинаковые. Если еще и спойлер будет, то вообще это будет идентично, реально. Ксенон. Выбери число от 1 до 6. 6. Фу, вот это реально на ксеноне уже. Так, это вообще пиздец интересно становится. Так, вот это, хорошо. АМГ, да, тоже будет. Выбери число от 1 до 3. Число 1. Сток. Так, номерная рамка. Что же она здесь выдумает? Сколько? 92. Выбери число от 1 до 92. Выпало число 47. Придется считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. И момент истины. Low and slow, блядь, серьезно нахуй? Таких выражений тогда еще не было совершенно. Вообще никто бы не понял, о чем идет речь. Алиса, давай приходи в себя, более уверенней будь. Да я бы с радостью. Ну вот и все, поговорили, что оно тут это. Так, обвесы левый, это все фигня, музончик. Так, передние фары. Угу. Выбери число от 1 до 4. 2. Ага, отражатели калины. Ну, допустим, они на самом деле, ну, про шпорт, бля, я даже не... Ну, на самом деле, да хрен знает, нормально, пойдет, пойдет. Хорошо, передние фендеры, это мы пропускаем, передний бампер. Выбери число от 1 до 4. Число 2. Ух, ебать, блядь, ну это прям вот, ну это прям максимальный колхоз. Вот если то, вот реально, вот та тачка смотрится, ну прям, ну было куча. У меня даже, я, ну не то, что даже знакомый, просто помню чувака на спринтах приезжал. У него была вот как будто точно такая же, которую мы сейчас сделали, только черного цвета. Вот реально, это что-то уже прям колхозненько смотрится. Ну ладно, я пока еще ничего. Так, зеркала у нас стоковые, профиль. Выбери число от 1 до 4. 2. Блин, ну это в натуре. Это в натуре арбузы, блять. Реально арбузы, блять. Так, прочее, ага. Выбери число от 1 до 3. Число 3. Это ужасно смотрится. Ну прям колхоз какой-то. Я не знаю. То тоже, конечно. Так, ну-ка, Алиса, что насчет Сабика? Что насчет Сабика? Найдется все. Да нахуя мне, блять, подожди, ты мне ответь лучше. Выбери число от 1 до 2. 2. Ну ладно, блядь, хорошо, хорошо, я понял. Так, спойлер. Раз, так, включая сток, значит, получается до 5. Выбери число от 1 до 5. Число 4. Раз, два, три, четыре. Бля, ну она прямо издевается, что ли, я не понимаю. Ну, как бы этот хуже выглядит намного, блядь, чем тот, если уж на то пошло. Тормозные диски тоже Bosch. Фонари. Угу. Выбери число от 1 до 4. Выпало число 1. Блять, она практически скопировала жопу. Просто кроме вот... Она чуть-чуть не попала по спойлеру. Вот сейчас если еще и шильдики она уберет. Выбери число от 1 до 3. Число 1. Ну не дотянула, короче. Не дотянула молодая. Вот реально по факту
тюнинг дешевле. То есть, соответственно, скорее всего, если она сейчас не выберет... Да даже если она выберет перламутр, она получает очко единственное за дешевый тюнинг. То есть она потратила меньше бабок. Но! Я уверен, что сейчас цвет все испортит. Да и в целом я могу уже с уверенностью практически сказать, что мне тачка Сереги нравится больше. Реально. Так. Тип краски. Значит, у нас от 1 до 4. Выбери число от 1 до 4. Выпало число 4. Ну что-то она вообще поплыла, блядь. 750 тысяч, подожди. Кстати, стоп. Да ну! Это дороже! Перламутр 200, хром 700. И у нее тюнинг... Да, у нее тюнинг дороже выходит. Я, конечно, рубль в рубль не считал, но у нее дороже всяко. Потому что... Да! Да, у нее... Или нет? А хуй знает. Короче, в любом случае, это, мне кажется, уже особо... Ну, сейчас посмотрим. Ладно. Потом, если еще пересчитаю, посмотрю, что там почем. Так, цвет. Вот сейчас, на самом деле, в принципе, у нее какой-то шанс, может быть, и имеется. Если сейчас она что-то такое выдумает. Бля, хром, какой он может быть красивый вообще хром? Я даже не представляю. Четырка хромовая. Выбери число от 0 до 255. 150. Выбери число от 0 до 255. Выпало число 15. Выбери число от 0 до 255. Выпало число 63. Ну такое, блядь, если честно. Прям вот, ну что-то вообще такое. Сейчас диски точно все испортят. Не, это хуета. Хуета. Вот реально хуета получилось. Ой, бля, они в натуре как арбузы, блядь, выглядят. Ебать! Они, они оказывается, красятся... Ой, ну ладно, я покрашу и так. Ой, сейчас пиздец будет полный. Выбери число от 0 до 255. 137. Угу. Выбери число от 0 до 255. Число 48. Выбери число от 0 до 255. 76. То есть вот так вот, блядь, даже, да? Ого, там Брабус закричал. Мне кажется, он даже как-то почувствовал это вот это вот, то, что сейчас тут происходит. Так, я правильно понимаю, что... Бля, дополнительный... Стоп, или они не красятся? А, не красится, только эта хуйня... Ну, ей повезло, потому что это еще хоть как-то облегчает ситуацию, хотя я не знаю в чем. Ну, реально хотя бы здесь, знаете, ну, круто, что она попала в цвет. То есть цвет кузова и цвет дисков реально соответствует. Такого я не припомню, чтобы у нас бывало. Так, один тонируем, два не тонируем. Выбери число от 1 до 2. Число 1. Я даже не знаю, на самом деле, что сказать. Для меня лично все понятно. Вот реально, для меня все понятно, кто здесь победитель. И мне кажется, это очко, которое... Бля, ну в плане... Бля, я не знаю, на самом деле. Ладно, сейчас надо посчитать, сколько... Сейчас посмотрю, сколько стоил тюнинг у Сереги, посчитаю. И посчитаю, сколько здесь. Но, по-моему... Да кто там кричит-то, я не понимаю, что происходит. Сейчас все будет, короче. Друзья, в общем, на самом деле у Сереги все-таки тюнинг получился дороже. Соответственно, одно очко за бюджетный тюнинг получает у нас тачка Алисы из Москвы. Но! Значит, у нас остается еще 2 балла. Один из них должен отдать я, потому что, как бы, это мое, ну, типа, то, что мне больше нравится. И здесь я, ну, без всяких сомнений, на самом деле, отдам балл тачке Сереги из ЕКБ, потому что... Ну, потому что она реально похожа на какой-то вот... Ну, в ней нет... Здесь вот, ну, блядь, цвет. Ну, хорошо, чисто в теории, конечно, почему бы и нет. Вишнево-розовая четырка, может быть. И как бы на арбузах это прям такой как колхоз-стайл. Но мне ближе вот это, потому что я говорю, в принципе, в то время, когда я гонял в различных гонках, и там даже ездил на драг-рейсинг, это, правда, еще какой там был, ну, начало, там, 10-х годов, тогда можно было, ну, почти на каждой гонке встретить что-то подобное. Какую-нибудь подобную четырку, даже на турбо, которая там рвала всех. Сейчас, конечно, меньше таких, но тоже можно встретить. Поэтому вот реально, если уж тут сравнивать, я отдам предпочтение тачке Сереги. Мне она прям понравилась, и цвет получился не то, чтобы он идет четырке, но смотрится, в принципе, интересно. И вот здесь остается третий момент в плане реализма. Что вот на сегодняшний день реально встретить вот, с большей вероятностью, тачка Сереги или же тачка Алисы? Я не рискну предположить. Мне все равно кажется, что тачка Сереги
ну, более вероятно все-таки ее встретить, что-то подобное, нежели вот это вот. Потому что здесь, ну, здесь прям вообще странно все, непонятно и как бы хрен знает. Поэтому, друзья, давайте поступим таким образом. В комментариях напишите, какая вам тачка больше и понравилась, и вы считаете в том числе, что она выглядит реалистичнее, то есть вот на сегодняшний день, так скажем, какую из них можно с большей вероятностью встретить. Конечно, вот эта бы тачка победила бы, если бы сейчас получилось у меня, ну точнее не у меня, у Сереги, либо у Алисы что-то подобное, потому что это прям... нормальный стиль, но у нас получилось что-то вот такое. Поэтому, друзья, на этом мы будем заканчивать. Как по мне, получилась просто офигенная серия, потому что, блин, четырка, и было до последнего интересно, что же получится. И получилось по итогу... Ну, жопа, они реально практически одинаковые, просто разница в спойлерах. А так это просто идентичные автомобили. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.